Очень жалко, даже вспоминать не хочется. Но каждый человек, он любит свою родину, понимаешь? Вот ты тоже самое так должен смотреть на свою родину и считать ее самой лучшей землей в мире. А рассказать тебе те вещи интересные, которые тебя заставляют любить Сирию. Вот пример. Вот это касается бизнеса. Но все равно интересно. У нас старый город Алеппо, вот этот как базар, это, ну, вы знаете, Алеппо это деревня город, нет. Старый город Алеппо, есть такой базар, считается его самый большой базар, это можно так сказать, исторический базар в мире. Этот базар бывает вот в каждый ряд, примерно 100 магазин, одни золото продают. Примерно тут этот ряд 100 магазин, одни материалы продают. Этот ряд 100 магазин, одни приправы продают, с перцами были. Вот каждый хозяин, он открывает свой магазин, берет свой стул, вставляет перед магазином, вот сидит перед своим магазином и ждет, пока клиент к нему подходит. Подходит к нему клиент, все, он заносит свой стул внутри, продает ему. А все, он больше не выходит на улицу, все, заносит свой стул. Закрыл дверь. Но окошко открыто останется. Подходит другой клиент, он ему примерно скажет, дай мне вот черный перец. Вот черный перец он поставил, вот видно реально, на глаз прямо. Он говорит ему, можно 1 минуту? И он так вытащит голову, смотрит на улицу, там есть еще один человек сидит? А если есть, значит, тот человек еще до сих пор ничего не продал. Он говорит, ты видишь, что человек там сидит? Клиент отвечает, да, я вижу. Он говорит, у него бывает хороший черный перец. Хотя у него есть черный перец. У него бывает хороший черный перец. Иди у него покупай. Добросовестный. Понимаешь? Это достаточно, по-моему, что люди все любят друг друга, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, попросил. «Ла юмину ахадукум, хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафси». Ни у кого-то иман не будет, пока он не любит для своего брата, что он сам для себя любит.